Der Vorwärtsstacker. С немецкого «предварительный усилитель». Der Vorwärtsstacker? Да, именно так. В переводе с немецкого? Да. Предусилок. Предусилитель, да. Да. Ошизеть. Меня зовут Ту Чейнс. Ту Чейнс меня иногда заносит. Реально? Мы с вами заценим самые дорогие вещи в мире. Просто чума. Йоу-йоу-йоу. Это снова я, ваш лучший друг Ту Чейнс. Самые дорогие вещи в мире. Сегодня я вам расскажу про самые дорогие колонки. А покажет вам их Джереми. Клевая квартирка. Так-так, а тут у вас что такое? Всенаправленная стереосистема. Сейчас мы ее покажем. Это значит объемный звук? На 360 градусов во всех направлениях. И сколько колонок? Всего две. Я музыкант. Я живу в мире музыки. Это немецкие колонки MBL Reference из Берлина. Мои любимые цвета, ты знал? Черный с золотом? Черный с золотом. Моя тема. Похоже на темные очки от Versace. Высочайшее качество должно быть в красивой оболочке. Это литой алюминий. Единый блок. С ума сойти. Это динамик. Видишь сегменты? Принцип работы один. Только разные материалы для разных частот. Звук естественным образом заполняет помещение. Высокое звуковое давление. И такое делают вручную, только именно. Под заказ и только в Берлине. Почему там? Там это придумали. Немецкие инженеры. А вы делаете технику для клубов или залов? Или исключительно для дома? Наша технология предназначена для дома, но ее можно применить и в больших масштабах. Три блока собираются в один. Так их можно разделить? Вот это роскошно, бро. Можно расставить их вокруг дивана, если хочется. Как же круто! Система уникальная. Усилители, проигрыватели. Их много кто выпускает. А эта система уникальная. Да, таких колонок больше нет. Огромный усилок? Да, большой. Весит 120 килограммов. Серьезно, что ли? Попробуй поднять. Ты сильный, малый. Подними. Нет, поверю на слово. Его никто отсюда не утащит. Можно спать спокойно. Система стоит на четырех крупных ножках, и ее можно прикрутить к полу. Некоторые так поступают на яхтах, на самолетах. Сначала надо купить яхту или самолет. Или хотя бы накопить на них деньги. Чтобы система не отправилась в плавание. И сколько же это чудо стоит? Больше, чем ты думаешь. Все, что ты видишь, 260 тысяч долларов. 260 косарей. Вот как надо говорить. Косарей. 260 косарей. Плюс провода. Набор необходимых кабелей. Она не беспроводная за такие бабки? Нет, у проводных систем звук лучше. Кабели могут обойтись в 200 тысяч. Золото, серебро, совсем как твои украшения. Украшения для колонок. Я хочу послушать, прежде чем вкладывать пол лимона. Давай послушаем. Спасибо за возможность заценить этот твой навороченный пульт. Но я хочу послушать Ту Чейнс. Итак, что скажешь, Ту Чейнс? Ладно, ладно, ладно. Уговорил. Беру. Берешь? Записывай меня в очередь. Я уже знаю, куда я ее поставлю. Я могу начать с колонок за 70 тысяч. Именно. А потом дойти до системы за 260 тысяч. Пожалуй, так я и сделаю. Отлично. Оформим заказ. Спасибо. Тебе спасибо. 300 штук. Оно того стоит. Они столько весят, что их точно из дома не украдут. А это уже что-то. А что вы думаете? Оставьте коммент. Подпишитесь на канал GQ и смотрите самые дорогие вещи в мире.